Чиновников, которых уже проверили в Нацагентстве по противодействию коррупции, могут просканировать еще раз. Об этом заявила начальник НАПК Наталья Корчак. По ее словам, дополнительно могут проверить декларантов, по которым до сих пор нет ответов от международных организаций. Пока же, напомню, есть решение по 39 проверкам топ-чиновников. 4 из них уже передали в НАБУ. В ближайшее время Нацкомиссия ожидает окончания проверки декларации президента Порошенко, которую проводит независимый эксперт. В целом же работу НАПК за первый год ее глава оценила на троечку. Як би ми зараз не говорили про свої здобутки, наш орган був небажаний і, можливо, залишається поки що небажаний для української влади. Єдине, є міжнародні зобов'язання. І ми, щастю, ці зобов'язання виконали. І результатом цього і було надання Україні безвізового режиму, отримання відповідного міжнародного траншу.